Корреспондент национального телевидения Татьяна Филатова стала лауреатом ежегодного конкурса ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности в номинации «Изобразительное искусство». Конкурс проводится с 2005 года. Представители Чувашии участвовали в этом конкурсе в первый раз. Татьяна не первый раз участвует в подобных ведомственных конкурсах. Победа в творческом смотре «Служение Отечеству» придала уверенность журналистке, и она решила попробовать силы в конкурсе ФСБ. Картина довольно-таки символичная. Я здесь хотела вот именно какими-то мелочами показать действительность, которая на сегодняшний день происходит у нас в стране, в обществе. Отразить те события, которые происходят. По словам народного художника России Василия Нестеренко, именно символизм и множество деталей поразило жюри в работе нашей коллеги. Каждый день сотрудник ФСБ сталкивается с препятствиями, с каким-то выбором. Ему нужно бороться с теми силами, которые хотят вывести из баланса нашу страну. И на них лежит огромная ответственность. Каждый шаг должен быть просчитан. И в картине как раз изображена шахматная игра. Это та игра, в которой каждый шаг должен быть просчитан. Стать лучшей в конкурсе было непросто. В нем участвовали не только студенты, но и известные режиссеры, певцы, актеры, такие как Карен Шахназаров и Иосиф Кобзон. Больше 2 месяцев Татьяна обдумывала концепцию. Еще месяц рисовала. Несколько раз она хотела отказаться от затеи, но решила во что бы то ни стало дойти до конца. К участию в этом конкурсе привлекаются лучшие творческие силы России. Ежегодно в конце года проводится чествование дипломантов и лауреатов этого конкурса. Значит, нам чрезвычайно приятно отметить, что впервые в этом конкурсе приняла представительница Чувашской республики и сразу добилась успеха. Кстати, в 2013 году возможность поучаствовать в конкурсе есть у каждого, кто чувствует в себе силы. Условия размещены на официальном сайте ФСБ России в сети интернет. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.